Прошу. Благодарю. Что ты удивляешься? Что здесь в конце концов происходит? У него что, опять праздник? Да, у Сигизмунда Лазаревича сегодня день рождения. Боже мой, сколько можно жить? То сестру из Кишинева встречает, то сестру из Кишинева провожает. Неделю назад третью свадьбу сыграл, теперь вот день рождения. Боже мой, ну сколько можно так жить? Боже мой, сколько можно так жить? Кто там балуется электричеством? Что за дела, Сёма? Вы что, не видели, что здесь занято? А? 70-летием, Сигизмунд Лазаревич. Вы что же для этого попросили меня выйти? Смешно, ей-богу. Сёма, у нас тут посудки не хватило. Вы позволите одолжить? Девочки, прошу. Спасибо, Сёма. Да, еще, если можно, стучить. Ребятки, давай. Ой! Извините. Давайте сюда. Много гостей, понимаете ли вы меня? Спасибо, Сёма. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мне уже говорили, такое горе. Какое горе? У вас похороны. Похороны? Ришелевская, 6, квартира 7? Да. Ну? Что? Будем хоронить. Кого? Что значит кого? Кто должен знать, я или ты? Не валяй дурака, выноси. Кого? У меня люди. Оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Маня, прошу. Маня! Ну? Минуточку, кто вас сюда прислал? Откуда я знаю? Может быть, и ты, что я должен всех помнить? Миша, здесь будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду вдребезги пополам? Я жить болит, вы знаете. Жора, не изводите себя. У людей большое горе. Они хотят поторговаться. Поговорим, как культурные люди. Вы еще не слышали нашего звучания. Я себе представляю. Секундочку. Вы услышите наше звучание. Вы себя снимите последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Я себе представляю. Я это вижу по лицам. Станьте там. Слушайте сюда. Коммуналки, Юль. Балки. Потому что все отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Константин, застегнитесь! Спрячьте свою нахальную татуировку с этими жуткими выражениями. Люди читают вас, как на заборе. Их нельзя оторвать от вашей груди. Вы все время пишете там что-то новое. Смотрите немедленно. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, есть работа. Уличное движение растет. В июне месяце мы похоронили 15 человек. Не считая 3 свадьбы. У нас работа с людьми. Мадам Зборовская, я не знаю, что вы себе варите на обед, но от вас все время пахнет жареной рыбой. Или вы немедленно переходите на овощи, или мы с вами распрощаемся. Прошу, пищай реальный сигнал.
Ай-яй-яй-яй-яй. Большое спасибо, достаточно. Но все это напрасно. Наверное, кто-то пошутил. Может быть, но меня это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила свое хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. И вы хотите, чтобы я понимал шутки? Расчесайтесь! А тогда посмеемся с вами вместе. Миша! Миша! Что вы с ним тяцкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое! Да грязно все огнем! Жора, не изводите себя, вы еще не отсидели за то дело. Зачем опять так нервничать? О чем стоит похоронить? С почестями? Да. Не торопясь? Да. По пятерке на лицо. А без покойника? Патрино, это унизительно для коллектива. Хорошо, договорились. Но только пойте памяти Сигизмунда Лазаревича. Памяти Сигизмунда Лазаревича? И сестру его из Кишинева. Марья! Марья? Вот. Безвременно? Безвременно. Мы здесь! А ты туда! Товарищи, за мной. Да нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня день рождения. Был. We'll be right back.